Аллилуйя! Мир вам, драгоценные! Приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа! Надеюсь, у вас все хорошо! Это прямой эфир, я Максим Максимов. Рядом со мной прекрасная моя спутница жизни Лариса Максимова. У нас здесь утро. Я рада, что мы сегодня с вами в эфире. Слава Господу за этот день, за эту милость, благодать Его. Мир вам, драгоценные, да умножится! Аминь. Мы очень-очень рады сегодня быть с вами в эфире. Очень рады сегодня. У нас пасхальная неделя. И мы всю неделю говорим о смерти и воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Мы всю неделю смотрим на эту историю, смотрим на то, что происходило там, происходило в те дни. Сегодня у нас чистый четверг. Что такое чистый четверг? Почему он называется Великий четверг? Мы об этом поговорим сегодня. Да. Очень интересная тема, с чего все началось, как к этому событию вообще Иисус подошел. И для нас это очень хорошо вспоминать и видеть какие-то в этом образы и понимать, что же происходило на самом деле и что это для нас сегодня. Аминь. Драгоценные, у нас прямой эфир. Я даже не знаю, какую камеру сейчас смотреть. Вот в это, наверное. У нас с вами прямой эфир и... Мы ободряем всех присоединиться к нашей общине «Дом веры». Наша община «Дом веры» существует в интернете domvera.ru. И такое благословение, что мы с вами можем встречаться каждый день встречаться и каждый день молиться и перед лицом Господним, славить Господа, прославлять Его святое имя, искать лица Его. Каждый день мы можем с вами... быть вместе, и я вижу, что уже люди присоединяются, и благодарю Бога за всех наших верных партнеров, за тех участников, которые помогают нам в деле Божьем. Благодарю и благословляю вас. И если у вас есть желание, присоединитесь на наш сайт domvera.ru. Мы здесь встречаемся постоянно, молимся и верим, что Господь сделает великие дела. Вообще, Лариса, у нас в общине «Дом веры» уже такая хорошая атмосфера, такая команда у нас классная, мы вместе служим Господу, и я уже вижу там список людей. Мне нравится, что мы все вместе возрастаем, дорогие. В это последнее время, когда Господь что-то особенное приготовил для своего народа, ведь Он с нами еще не закончил, Он не закончил с тобой, Он очень сильно тебя любит, Он очень сильно заботится о тебе и желает приблизиться к твоему сердцу. Потому что Он первый возлюбил тебя, и Он очень хочет, чтобы эта любовь, она была действительно проявлена, и чтобы каждый из нас, каждый из Его дитя, брат, сестра, Его дочь, сын, чтобы мы пережили эту близость Его, чтобы Он был не просто в нашем доме, не просто в нашем обновленном разуме. Слава Богу за наш обновленный разум, за то, что Он просветил наш разум. Он сегодня желает быть в твоем сердце. Сердце — это как внутренняя комната, как святое святых, которое было как в храме, знаете, внешний двор, святилище и святое святых, где обитал Бог. Твое сердце — это внутренняя комната твоего естества. Аминь. И Господь, Он живет внутри тебя, и Он желает этих встреч с тобой в твоем сердце. Знаете, когда сердце наполнено Богом, человек становится совершенно другим. И это такая благодать, что у нас есть такая возможность. Он нам дал Иисуса, чтобы Иисус жил в нашем сердце. Сегодня мы будем говорить о том, какой дорогой ценой все это досталось нашему Господу, потому что мы никогда не должны этого забывать. Это вечное искупление, это победа, это ради чего Иисус пришел на нашу грешную землю. Бог, который обитал во славе, представляете? Которому поклонялись ангелы, который был творец всей вселенной. Он был окружен великолепием, сиянием, красотой, гармонией. И наша маленькая планета Земля, которая от нее чуть-чуть отлети в космосе, потеряешься. Она маленькая, горошинка. Но как Бог благоволит к своему творению, а мы еще меньше в этой горошинке. Представляете, какие мы махонькие. Маленькие микробики, но Он нас настолько ценит, что называет своими детьми, и Он ради этой любви отдал Сына Своего,
И Иисус пришел на нашу падшую землю, чтобы вернуть нас в присутствие Божье. Вот это просто восхищает и захватывает сердце. Ну что ж, потрясающе. У нас прямой эфир. Давайте, наверное, начнем с молитвы. Так, да. У тебя хорошее вступление. Мы начнем с молитвы и будем просить Господа, чтобы Он благословил нас, чтобы Он дал благословение. Ты что, как далеко сидишь? Чуть поближе ко мне сядь. Вот. Ну, чтобы Он дал благословение, чтобы Он благословил нас, чтобы Он наполнил нас любовью, радостью, жизнью, чтобы Бог благословил. Мы благодарны Господу за то, что Он пришел на эту землю, умер и отдал Себя. Поэтому будем молиться, обратимся к Господу, будем просить у Бога благословения. Слава, слава Тебе, Господь! Величаем Тебя, благодарим Аллилуйя, Тебя за этот Господь, день, благодарим Тебя за милости, благодарим Тебя за то, что Ты ведешь на своих руках, держишь нас, Господь, направляешь, вразумляешь, укрепляешь, за то, что Ты подарил нам будущность и надежду. Да, мы превозносим Тебя, Господь! Слава Тебе, Царь наш, Бог наш! Слава Тебе, Господин Господь, наш! Ты достоин хвалы, Ты достоин чести, Ты достоин поклонения и благодарения, Ты достоин, Господь! Ты единый, славный, сильный. Тебе, Господь, хвала. Мы величаем Тебя, Господь. Благодарим Тебя за то, что Ты очистил нас и научил нас ходить в праведной жизни, чтобы мы больше не грешили, но мы ходили в Пасхе, в воскресенье. И Господь, потому что знаем, что всякий грех притыкает и останавливает нас. И мы не имеем связи с Тобой, если грешим. И Господь, благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам милость и простил нас. И вразумил нас, и направил нас, кровью Своей очистил и приготовил нас. Господь, благодарю Тебя за то, что Ты ведешь нас. Благослови, Господь, благослови каждого человека. Благодарим Тебя, Господь, и благословляем. О, слава, о, дорогой Отец Небесный, во имя Иисуса Христа. О, слава, слава. Господь, я прихожу к Тебе, Владыка, прихожу к Тебе, мой Небесный Отец. Я так благодарна, Господь, что Ты есть у нас, что Ты открылся нам, как Бог любви, как Бог прощающий, милующий, как Отец славы. Я благодарю Тебя за жертву. За жертву Сына Твоего Ты отдал нам Сына Своего, потому что Ты так сильно нас любишь. Ты послал Своего Сына, и в этот день мы сегодня вспоминаем о страданиях Иисуса Христа. Мы вспоминаем о той встрече, о последней встрече с учениками, Господь, о Его Новом Завете, который Он заключил через кровь Свою. Мы благодарны Тебе, дорогой Иисус, за искупление, за то, что Ты подарил нам вечную жизнь. Ты изменил наше сердце, Ты открыл нам свое царство. И мы благодарим Тебя за этот великий подарок, который Ты сделал для нас, Отец. Ты сказал, что тайна сия велика, Христос в вас. Господь, и мы благодарны Тебе, что Иисус не просто воскрес и воссел одесную Тебя, но Он пришел Духом Святым в наши сердца, Он поселился внутри нас. И это приносит нам большую радость, большое удовольствие, вдохновение. Аллилуйя, слава. Иметь это внутреннее общение с Иисусом, ходить в победе, ходить во свете, ходить слава, в обновленной слава, жизни, слава. Быть победителями над грехом, не быть рабами греха, но ходить во свете Твоем, во славе Твоей. И мы просим Тебя, Отец, благослови слава, нас, Господь, слава, это общение. Слава. Благослови каждого человека, кто сейчас о, с нами аллилуйя. В эфире, через телевидение, через интернет. Благослови каждого драгоценного человека. Пусть Твоя мудрость сегодня открывается еще глубже и глубже. Мы благословляем каждого человека, Господь. Аллилуйя, благослови да, каждого Господь. Человека. Благослови, Господь, каждого человека, кто принял решение да, поддерживать Господь. И делать Аллилуйя. Дела Божьи, кто да, принял Господь. Решение участвовать. Благослови, Господь, наших зрителей. Благослови. Я молюсь о каждом. Я да, говорю Господь. Благословение над вами. Господь да благословит вас. Да направит вас, Господь. Да поддержит вас, Господь. Да укрепит вас, Господь. Да явит свою силу вам. Да откроет окна небесные. Да изольет от Духа Своего на вас. Благословляю да, Господь, вас именем да, Господь, Иисуса Христа. Свою благодать, Господь, благослови. Благослови каждого человека. Благослови, благ, Господь. Крой свою истину, вразуми, Господь, наполни, и направь. Господь, хвала Тебе, Царь славы, да, Бог всемогущий. Аллилуйя. Аллилуйя. Да благословит Тебя Господь. И сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим. И помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя. И даст Тебе мир. Аминь. Аминь. Пусть Бог благословит так вас. Замечательно, так замечательно. Господь да. Господь все это хочет исполнить. Он уже исполнил это в Иисусе Христе. Аминь. Нам нужно только принимать это. И каждый день принимать это. Каждый день, каждое утро. Как мы принимаем еду, как мы принимаем воду. Точно так же, как мы имеем дыхание, точно так же мы можем принимать Бога каждый день. И это дает нам жизнь, внутреннюю жизнь.
Я хочу поблагодарить вас, драгоценность, за вашу активность. Это неделя пасхальная, пасхального семени, и многие из вас поддержали нас и поддерживают нас, и мы благословляем вас. Благословляем вас и благодарим за поддержку, за то, что вы даете отклик. А сестра Лариса из Бершевы прислала большое пожертвование. Я хочу сказать, Лариса, дорогая, шалом, и спасибо тебе индивидуально, и всем остальным, кто там поддерживает нас. Пусть Бог благословит вас обильно. Знаете, почему люди участвуют в семени воскресенья? У нас есть еще один ролик или как там видео небольшое записали из Алматы. И мы участвуем в семени воскресенья на протяжении многих лет. И вопрос, почему мы это делаем? Это как бы постоянно. Мы приходим к Пасхе с мыслью благодарности, с благодарным сердцем. Много сегодня людей неблагодарных. Они, Пасха это нормально. О, да, Иисус умер, это его работа. Как очередное событие. Да, очередное. Знаешь, вот ты вот когда говоришь о семени, можно это место писания прочитаю, да? Которое является основополагающим для того, чтобы мы когда приняли это решение, то для нас это стало основополагающим текстом из Писания, Иоанна 12 глава. Иисус сказал в ответ с 23 стиха. Иоанна 12:23. Иисус сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Иисус и так ходил, творил чудеса, и все обращали на Него внимание. А Он говорит о чем-то новом. Он говорит: «Пришло время прославиться Сыну Человеческому». И, конечно, ученики ничего не понимали. Иисус поясняет: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода». Когда мы понимаем о принципе посева и жатвы, то мы видим, что сеятель, когда сеет зернышки, то зернышко маленькое, одно маленькое зернышко, которое вот если его взять, оно там на кончике пальчика Дякушка. У нас лежит, маленькое, но в нем столько силы жизни, когда оно падает в землю, оно там растворяется, оно умирает. Растворяясь, оно вдруг происходит метаморфоза, происходит нечто невероятное. Из этого зернышка начинает расти стебель. И когда стебель вырастает, вначале его не видно, он в земле прорастает, потом он над землей. И когда он уже над землей, когда он уже поднялся, появляется колос, а в колосе не одно зернышко, а много зернышек. Это же чудо, которое Бог вложил. Это принципы. Иисус говорил о себе, что если он пожалеет себя, не отдаст свою жизнь, то ничего не произойдет, плода не будет. Вроде бы он многим людям послужил, уже так многие люди на него посмотрели, уже многие были накормлены, уже многие были исцелены, освобождены от демонов. А он говорит еще о чем-то большем. Он говорит о том, что ему нужно раствориться, чтобы дать новую жизнь, чтобы принести много плода. Это значит принести много-много деток Божьих, сыновей и дочерей к Небесному Отцу. И мы используем этот принцип и говорим, что если мы берем маленькое наше зернышко, что мы можем сделать для Бога? Нам не нужно закапывать себя в землю. Мы берем свое финансовое приношение. Сегодня все эквивалентно финансам на нашей земле. Угу. Наша жизнь эквивалентна финансам, заработку. Мы тратим жизнь, чтобы заработать деньги, чтобы на них жить. И берем маленькую часть. Никто не говорит: принеси все. Мы говорим: маленькую частичку. Кто сколько может, по расположению сердца, принеси, пожертвуй, чтобы другие души были пожаты для Царства Божьего, чтобы Евангелие распространялось. И когда мы это делаем, мы имеем часть в великом деле спасения человеческих душ. Когда ты прочитала: «Пришло время прославиться Сына Человеческого», здесь говорится о том, что произойдет там, на Голгофе. Но в действительности я смотрю больше не только на Голгофе и после Голгофы. Пришло время прославиться Сыну Человеческому по всему лицу земли. Да. Мы желаем, чтобы Сын Человеческий прославился по всему лицу земли через наши жизни, через наше хождение, через наше служение. Пришло время прославиться Сыну Человеческому через все, что мы делаем, через нас. Мы хотим, чтобы он прославился. И кто-то спросил, куда эти деньги идут? Эти деньги идут для одной цели – прославить имя Господа Иисуса Христа, распространяя Евангелие по всему лицу земли. Это наша цель, да. Это наша задача. И это великое поручение Иисуса Христа. Идите, научите все народы. В принципе, Писание же говорит нам очень четко и понятно, мы все это понимаем, что за все на земле отвечает серебро.
Везде, чтобы получить электричество, нужно заплатить. Чтобы получить воду, нужно заплатить. Чтобы что-то построить, отдать детей на обучение, отдать в садик, везде нужно платить. И то, что происходит сегодня, мы с вами вещаемся здесь, чтобы сюда поставлялась электроэнергия, чтобы было оборудование, чтобы сигнал отправлялся на спутник, за все это нужно платить. И чтобы люди могли принять этот сигнал, пустить у себя его через телевизор или через интернет и увидеть это благое Слово Божье, это потрясающе. Максим, недавно совсем в Алма-Ате, когда я была в Алма-Ате, меня пригласили, позвали помолиться за женщину одну. Она лежит в больнице, сейчас принимает лечение. Она пришла через телеканал CNN, приехала с западного Казахстана. Слава Богу. И когда я пришла к ней, она, конечно, была очень рада этой встрече. И мы с ней общались, мы разбирали Писание, молились вместе, прославляли Господа. И мне было приятно увидеть, что она уже несколько лет. А еще, знаешь, что было? Она не просто пришла, она привела потом своего мужа. Ее все сестры пришли, ее вся родня пришла. Это потрясающая волна пробуждения пришла в их весь род. Невероятно. И слава Господу, телевидение, Слово Божье сеется через разные источники. Мы благодарим всех участников. Итак, у нас есть небольшое видео, где люди свидетельствуют, почему они участвуют в этом деле. Мы участвуем также с Ларисой и обращаемся к вам, тоже примите активное участие в этом. Итак, давайте посмотрим. Я жертвую пасхальное семя воскресения для того, чтобы Евангелие распространялось в нашем городе, в нашей стране, в каждом доме нашей земли, чтобы Господь, Он касался людей, чтобы они узнали об Иисусе Христе. Из-за этого я жертвую пасхальное семя воскресения. Я жертвую пасхальное семя воскресения, потому что понимаю, что в жертве есть большая сила. Наш Господь Иисус Христос пожертвовал Своей жизнью для того, чтобы мы получили прощение и спасение. Жертвуя, мы распространяем Царство Божье на этой земле. Также я жертвую, потому что я люблю свою церковь. Пасхальное пожертвование – это благодарность и почтение нашему Господу за Его любовь. Господь благословляет нас, и мы являемся благословением для других. И пусть Евангелие распространяется по всему лицу земли, и пусть больше и больше людей спасаются и познают Слово Божье. Я жертвую семя воскресения на Пасху, чтобы сказать спасибо Иисусу за то, что Он спас меня и все человечество. Я жертвую семя воскресения, потому что я выражаю этим свою любовь нашему Господу. То, что сделал Он для нас, это гораздо больше, гораздо ценнее. Просто не имеет никакого сравнения с тем, что мы можем Ему дать. Мы выражаем этим не только свою любовь, но выражаем почтение, выражаем Ему слова благодарности, потому что эти финансы, они будут служить в Царстве Божьем, они будут приносить плоды для евангелизации, для распространения, для посещения нуждающихся. Это важное мероприятие, которое проводится в нашей церкви, я думаю, в многих других церквях. Люди с сердцем, с желанием, с благодарностью приносит этот дар любви нашему Господу. Самое главное, самое важное, что мы любим нашего Иисуса. Мы ценим то, что сделал Он для нас. И то малое, что мы можем дать Ему, это выражение нашей любви и благодарности. Я приношу семя воскресения на Пасху лишь по одной причине, потому что я очень люблю Господа. Я понимаю, что Господь для меня совершил, что Он для меня сделал. Я понимаю, что Он так сильно возлюбил меня, коснулся моего сердца, что просто, когда я была во тьме, Он взял меня и поставил свой чудный свет. И это просто преобразило всю мою жизнь. И в знак благодарности, что Господь для меня сделал и будет делать еще так много, так много великих чудес Он будет производить в моей жизни. Я верю в это. И вот эта частичка этого семени, это как бы небольшая часть моей благодарности моему Господу. Поэтому, если вы хотите отблагодарить Господа, вы можете также принести семя воскресения и просто поблагодарить Господа за Его великую милость и благодать, которую Он оказывает в вашу жизнь. И проявляет любовь свою в ваши сердца, в ваши семьи. И пусть Господь благословит всех вас во имя Иисуса. Бог любит вас. Будьте благословенны. Аминь. Я жертвую семя воскресения на Пасху, потому что я благодарен Господу моему, который пришел в мою жизнь, спас меня, оправдал от всех грехов. И поэтому я жертвую. Почему я жертвую семя воскресения? Потому что я почувствовала в своем сердце, что это нужно сделать.
и я послушала Господа. И я жертвую семя свое воскресенье для того, чтобы этот мир был наполнен больше светом, радостью, миром и любовью. Примите участие в пасхальном приношении «Семя воскресения». Аминь. Аллилуйя. Примите Аллилуйя. Участие. Так приятно слышать свидетельства людей. Каждый говорит именно от себя, что да. он чувствует в этот момент. Это потрясающе. Потрясающе. Хорошие слова, хорошее благодарение, хорошее благословение. И мы благодарны вам, дорогие наши, кто принял активное участие в «Семени воскресения». Пусть Бог благословит вас. Сейчас мы будем говорить о вечере, но перед тем, как мы будем говорить о вечере, я хочу поблагодарить всех, кто принял активное участие. Эта информация, которая сейчас придет, это еще не полная информация. Если вас нет в этом списке, сообщите мне или в один из наших офисов, чтобы мы проверили, дошли ли ваши финансы или нет. Итак, благодарим Бога за всех людей, кто принял активное участие. Давайте посмотрим этот список сеятелей, кто посеял пасхальное семя. Итак, благодарим Бога за каждого человека, кто принял активное. Гельзихан, Наталья из Мизури, Надежда из Киева, Анна из Синельникова, Татьяна из Запорожья, Евгений из Кировограда, Евгений из Степногорска, Украины, Татьяна из Железнодорожная, Украина, Алекс и Светлана из США, Андрей из Черкас, Светлана из Александрии, Елена из Сумы, Светлана из Киева, Олег из Мелитополя, Сергей из Белого колодца, Украина, Алла из Украины, Светлана, Луганская область, Анна, Донецкая область, Неля из Киева, Татьяна из Лондона, Марина из Орегона, Алия из Денвера, Роза и Лилия, Италия, Украина, Светлана, Дженета из Лондона, Яна из Москвы, Елена из Киева, Александр из Киева, Евгений из Украины, Мария из Германии, Людмила из Поперечной и Лариса из Бершевы. Еще не попало. Здесь вы видите наши телефоны. Можете по любому из этих телефонов связаться с нами и подтвердить ваше участие, что вы уже участвовали. Если вы еще не подтвердили это, то, пожалуйста, или напишите наш email partner@sinotv. Спасибо большое вам за ваше участие. Слава Господу! Благословляем спасибо вас. За каждого из вас, за ваши послушные сердца. Так важно Господу, когда мы Его слушаемся. Благословляем вас. Да. Благословляем вас именем Иисуса Христа. Говорим благословением вами. Ты хотел что-то прочитать? Да вот тут у меня глаза упали на текст. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Да, совершенно случайно, Иисус. Да? Да. Иоанна 6 глава, с 38 стиха. «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все это, но все то воскресить в последний день». Посмотрите, Иисус за каждого из нас сражается, за каждого из нас переживает. Да. И Он сказал, воля Божья, чтобы я никого не потерял. И Он прилагает все усилия, чтобы нас найти. Если мы от Него отвернулись, или забыли, или охладели, или, в общем, Он хочет быть, чтобы мы были пропал. В фокусе. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Аминь. Мы благословляем тех людей, кто принимает активное участие. Боже, благослови их сердца, благослови их жизни, благослови, Господь, во имя Иисуса Христа. Благослови. Мы говорим благословение над вами, благословение над вашими судьбами, благословение над вашими делами. О, Господь, пусть да. Бог благословит вас. Пусть Бог благословит. Аллилуйя. Слава, слава нашему аллилуйя, Господу. Аллилуйя, благословляем именем Иисуса Христа. Аллилуйя. Господь, наполни их жизни миром, их детей благослови, их потомство благослови, да, и внуков. Ходатайством за них. Благослови их дела, решения, выборы. Отец. Благослови, Господь, Духом да, Святым. Боже, держи свет, в руках Господь. Своих во имя Иисуса Христа. Я благословляю да, именем Иисуса Христа. Тебя. Благословляй. Благослови, Господь. Да, Господь. Пускай происходят чудеса в их жизни, пускай они получат ответы, исцеление, укрепление. Благослови, Аллилуйя, Господь, да, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Если у вас есть желание поддержать, вы прямо сейчас можете пройти на сайт gofundme.com/blago и поддержать нас. Вот здесь вы видите наш сайт. Немножко мелковато, но в любом случае вам видно. Вы можете пройти туда и поддержать его. На экране сейчас появится ссылка на этот сайт. И прямо сейчас вы можете это сделать. Аминь. Ну что, аллилуйя. Чистый Итак, четверг. Мы хотели поговорить сегодня о трапезе Господней. Да.
о последней вечере, которую совершил Иисус с учениками. И это была не просто последняя вечера, там, прощание с учениками, но это было глубокое откровение на все поколения, чтобы мы, глядя на то, что там произошло, имели в этом тоже часть. Иисус заложил вообще Евхаристию, принцип Евхаристии, участие в трапезе Господней. Ты знаешь, как Евхаристия переводится? Как? Я один раз думаю, что это мы всегда говорим Евхаристия, Евхаристия. Думала, это причастие просто. Ага. А это, оказывается, благодарность. Ага. Слово благодарность. Поэтому ты недавно читал этот текст. С благодарением, да. Он возблагодарил. Возблагодарил и преломил. Да. Да. Знаете, и казалось бы, он сейчас будет скоро умирать, а он благодарит Бога и преломляет хлеб на Евхаристии. Да. Но вернемся туда. Когда Иисус Христос посылает учеников своих, найти место. Место. Как он это сделал? Интересный был прообраз такой. Он говорит: встретите человека, несущего кувшин воды, и последуйте за ним. Идите за человеком, несущим кувшин воды. И найдете комнату, горницу, устланную, убранную, приготовленную. Знаете, есть такая тема. Что это интересно значит? А в каком это месте Писания написано? Вот я не помню. Сможешь пролистать быстренько? Пока я буду на эту камеру говорить, а ты вот здесь по всем Евангелиям пройди. Там где поисковик нужен. Итак, пока моя жена ищет это место Писания, очень потрясающий прообраз для каждого из нас, прообраз для каждого христианина. Иисус говорит: идите, есть хорошее место для нас. Господи, что делать? Арендовать? Не надо. А где мне найти? Как мне найти? Господи, подскажи, куда мне идти, чтобы мне найти горницу усланную? Сразу нашла. Сразу же нашла, да? Ну вот видишь, как Господь тебя благословляет. Да. Открой Луки, какая? Это 22 глава. С 9 стиха. Они сказали ему: где велишь нам приготовить? Нет, нужно эмоционально вот так. Или они же сказали ему. Луки 22 глава с 8 стиха. Луки 22, 8 стих. Они же... И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нам есть Пасху. Они же сказали ему: где велишь нам приготовить, Господи? Можем в любом месте организовать. Он сказал: вот при входе вашем в город встретится вам человек, несущий кувшин воды. Иисус Христос говорит: последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: учитель говорит тебе, где комната, в которой мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую усланную, там приготовьте. Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Знаете, вот все Пасха началась с такого момента. Казалось бы, странное немножко действие. Не мог Иисус сказать: вот пройдете на пятую и шестую, там свернете по Ленина и на коммунистическое повернете. Нет. Он не сказал идти по той или другой линии. Он сказал: кстати, ура, сегодня в Украине запретили коммунизм. Да. Коммунистическую партию запретили, наконец-то зло начинает быть наказанным. Но когда пойдете за человеком, несущим кувшин воды, что есть вода прообраз? Вода — это Слово Божие. Вода — это источник жизни. Мы на 80% состоим из воды. Вода... Мы живы не хлебом, а всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вода питает нас. Человек без воды не может долго прожить. Без еды он может прожить и 40 дней, а без воды он не может прожить и недели. Человеку нужна вода. Человеку нужна вода. Если человек без воды, он теряет себя. Он умирает от обезвоживания. Идите за человеком с водою. То есть идите за теми людьми, которые несут Слово Божье, а не просто какое-то... Не просто шарохаются по углам, да, или а идут в приготовленное место. Пустую. О, да, философов сейчас много. А несут Слово Божье. Абсолютно. Идите за человеком со Словом Божьим, не каким-то кальвинистической ересью, не за какими-то учениями, ветроучениями. Ой, проклятие, ой это. Идите за человеком, несущим кувшин воды, который идет со Словом Божьим, не с объяснениями Писания, а у которого есть Слово Божие,
не приправленное человеческими откровениями, человеческими домыслами, но идущий за человеком, несущим Слово Божие. И Он приготовит вам комнату, где вы совершите Евхаристию, благодарность, где вы совершите, где мы приготовим Пасху. И вот это происходит момент. Идут два апостола, и вдруг издалека. Я не знаю, знал ли этот человек, что за ним следуют два апостола, преследуют его, но они за ним следят. Да. Слежку устроили. Этот человек идет с кувшином воды, прообраз Иисуса, Слова Божьего. Идите за человеком, у которого есть не пустой кувшин, а наполненный кувшин. Идите за человеком, у которого есть вода. Не идите за человеком, у которого есть идеи, у которого есть мысли, у которого есть какие-то ереси. Идите за человеком с водою, с хлебом. Когда мне кто-то говорит, а вот проклятие, проклятие, я говорю, это не хлеб, это не вода, это не жизнь. Это проклятие, это зло. Многие люди убеждают других христиан, что они под проклятиями. Вы под благословениями, не под проклятиями, потому что Господь с вами, Он в вашем сердце. Благословение у вас внутри живет. Оно внутри вас распространяется, оно внутри вас живет. Идите за человеком, несущим кувшин воды. Такое хорошее начало. Иисус знал, кто встретится, он знал, что там есть место приготовленное. И этот человек, главное, что он послушался и сказал просто ему, учитель говорит тебе. Этот человек был просто послушен и предоставил им свое место. Иногда, знаете, в нашей жизни приходят люди, Божьи люди, гости у нас. Часто мы в церкви, когда проводим какое-то мероприятие, конференцию, мы всегда говорим, драгоценные дети Божьи, открывайте свои дома для верующих людей, которые приедут в наш город, чтобы быть участниками молитвы, конференции, поклонения, то есть быть гостеприимными. Этот человек был гостеприимным, отдал комнату свою для Иисуса. Итак, они готовят Пасху. Опять, здесь вопрос, а что за Пасха там? Они готовили еврейскую Пасху. Другими словами, они вспоминали традицию, которую имел еврейский народ о вспоминании Песах, выхода из Египта, выхода из, как они вышли из рабства. Помните ту историю, когда Моисей сказал фараону, let my people go, отпусти мой народ. И фараон сказал, не отпущу. И все боги Египта были наказаны. Да. Были они там унижены. Вот любите вам Нил, вот вам Нил в крови. Любите лягушек, вот вам лягушки. Что вы еще любите? Саранчу, вот вам саранча. Все ваши боги, они вот вам будут наказаны. И египетские боги были все наказаны. Они были все раздавлены, они были все унижены. Египетские боги были посрамлены, вот хорошее потому слово. Потому что идолы. Вы знаете, и когда последняя казнь наступила, ангел смерти должен был идти и в каждый дом принести смерть. И вот Моисей сказал, совершите Пасху. Люди говорят, чего совершать Пасху? Как это? Возьмите агнца, принесите его в жертву, зарежьте, кровь возьмите, помажьте косяки дверей, намажьте на них кровь, и тогда это будет знаком. Это будет знаком для ангела, и он пройдет мимо, и в ваш дом не придет проклятие. Сегодня многие пасторы учат людей, что в ваш дом уже пришло проклятие. В мой дом не пришло проклятие, у меня косяки помазаны кровью. Да. Аминь. Кровью Иисуса Христа. Косяки помазаны кровью. И если косяки нашего дома помазаны кровью, это значит, что мы защищены Господом. Это значит, что мы находимся под благословением. Это значит, что мы находимся под благодатью Божью. Аминь, когда драгоценные. Мы читаем это событие, которое произошло в древнем Израиле, да, когда они были в Египте, то там написано, что Пасха это значит, означает пройти мимо. Проклятие проходит мимо. Ангел-губитель проходит мимо. Наказание, суд Божий проходит мимо, потому что есть кровь на косяках. И это было прямое указание на крест на Голгофу, что на Голгофском кресте, вот косяки это тоже верх перекладина и боковые перекладины. Да. Они были помазаны кровью. Это символ креста, потому что крест имел две перекладины, вертикальную и горизонтальную. И помазано кровью Иисуса Христа. Вот о чем говорила Пасха Старого Завета. То есть нужно. Но когда мы смотрим. Традиция. Новый Завет, у них была, сейчас послушай, традиция была. Традиция. Они следовали этой традиции. Да. Традиции. А мы уже, да, идем дальше. Теперь Иисус приходит к этой традиции
и по традиции совершается Пасха. Там целая процедура, как она совершается. Там не только хлеб и вино, там еще много всяких приспособлений, которые интересно узнать. Я был с евреями, они показали, как они проводят. Очень интересно, красиво. Но это не христианская, не евангельская традиция. Но это еврейская традиция. Пусть Бог благословит евреев, и мы должны благословлять евреев. Теперь Иисус находится посреди совершения процедуры пасхальной вечери, когда они сидят, вспоминают, и вдруг он делает интересную вещь, очень интересную. Он берет, посмотрите, он берет, я прочитаю здесь, Луки 22 глава, и буду читать с 14 стиха, продолжаем дальше читать. «И когда настал час, он возлег и 12 апостолов с ним, и сказал: очень желал есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. И, взяв чашу, благодарив, сказал: примите и разделите ее между собою. Сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе ей не придет Царствие Божие. И, взяв хлеб, благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание. И также чашу после вечери, говоря: сия есть чаша, новый завет в крови моей, которая за вас проливается. Вот рука предающего меня со мною за столом». Так, Иисус берет, сейчас, чтобы вы не запутались, Иисус берет чашу, раздает ученикам, потом берет хлеб, преломляет, потом снова берет чашу и говорит: это есть кровь нового завета, за вас проливаемая. Многие люди, принимая участие в трапезе Господней, они не понимают основополагающей истины. Это кровь не для омовения от грехов. Я пойду причищусь. Это неправильно. Причастие — это не почиститься, а причастие — стать причастником, соединиться, стать участником, отождествиться. Причастие — это отождествление, когда стать ты становишься частью. Если ты грешил... Что такое чаша Нового Завета? Это контракт. Чаша Завета. Когда он подал им, говорит: это чаша Нового Завета, здесь очень важный момент. Когда мы принимаем участие в трапезе Господней, это не чаша покаяния: омой меня твоей кровью. Стойте. Это чаша заключения договора. Итак, есть два уровня. Наверное, поэтому в Евангелии проскочили вот эти два уровня. Он подал им первую чашу, потом подал хлеб, а потом сказал: вот это чаша Нового Завета. Нам очень важно, что невозможно чашу Нового Завета пить до того, как ты не спил из чаши очищения, и пока кровь Христа не очистила тебя. Пока кровь Христа не очистила тебя от греха. Ты не можешь вступать в завет. Слушайте внимательно, ты не можешь вступать в завет, пока ты не очищен. Поэтому многие из вас болеют, в Писании написано, и страдают, потому что вы неправильно принимаете участие, потому что вы делаете неправильно. Мы не приходим почиститься: ой, Господи, я грешный, я такой грешный, дай мне чашу быстрее, я хочу завет. Да все равно, что на свадьбу прийти в свадебном платье, испачканном грязью, в солидоле, в гудроне. Я готовая. Ты не готовая, потому что тебе нужно вначале пройти очищение. Что ты думаешь? У нас мало времени, и Иисус однажды ученикам служил и сказал: вы очищены уже все, кто только ноги нужно помыть. Иисус очистил нас, он имел в виду о том, что на Голгофском кресте прольется кровь, которая будет являться искупительной жертвой за наши грехи. Пролитая кровь, она очищает нас от всякого греха, это первое. И второе, его кровь – это символ Нового Завета, символ контракта, который он заключил с человеком. И основание этого завета — это его личная смерть. Тут наше участие — только прими это и все. Потому что он сам подписал этот контракт своей собственной кровью. И по этому контракту все, что наше, он взял на себя, а все, что его, он дал нам. Поэтому, когда мы говорим об участии в трапезе Господней, мы не ободряем людей, которые вообще со стороны принимают участие в трапезе Господней. Мы говорим, что трапеза Господня только для посвященных, тех, которые пришли и получили оправдание через покаяние, очищение кровью Иисуса Христа. Вы улавливаете, да, вот эту мысль? То есть пришло очищение, пришло прощение через
кровь Иисуса Христа. И еще очень важное внимание уделяется хлебу. Потому что Иисус вначале, тоже здесь мы читаем с вами, что Он преломил хлеб и раздал ученикам. И в Евангелии от Иоанна... Да. Так. «Есмь хлеб, сшедший с небес», да? Да-да-да. Ой, закрыла это место, оно было у меня открыто. Здесь, по-моему, я его заложила. Да. Это 6 глава, 48 стиха. Я есмь хлеб жизни. Хлеб, отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира. Вау! Да. Иисус здесь делает интересное заявление. Он говорит о себе, что Он отдает себя самого. И когда мы вкушаем тело Его, мы вкушаем хлеб, мы говорим, что я не просто хлебушек кушаю, я вкушаю Его тело. И когда мы вкушаем Его тело, это значит, мы принимаем, согласно этому месту Писания, жизнь вечную внутри себя. Да. Вот поэтому важно участвовать в трапезе Господней. Важно вкушать от тела Господа и от крови Иисуса. И это наводит нас на мысль о том, что нам важно быть в общине, живой общине, где есть верующие братья и сестры, чтобы вместе проводить вот эту трапезу, вместе участвовать в Евхаристии, в благодарении, принимая хлеб, принимая кровь Иисуса. Вы знаете, вот в этот чистый четверг начались череда событий очень потрясающих. То есть начался вот этот поток, который приведет к Голгофе, к искуплению. В момент Иисус запускает откровение о том, что мы имеем новый завет. На трапезе Он говорит, это кровь нового завета. Другими словами, Он дает заключить, дает нам возможность понять, что есть шанс жить по-другому и начать все сначала. Сегодня мы молимся за вас и благословляем. У нас последние минуты эфира остаются, так быстро время летит. И мы хотим благословить вас, чтобы вы жили в новом завете Господа нашего Иисуса Христа. Мы благословляем вас. Начинаем молиться, дорогая. Дорогой Господь, дорогой Отец Благослови Небесный, Господь. Во имя Иисуса мы благодарны Тебе за то, что совершилось слава, Пасха. Слава, слава. Совершилось это слава, искупление. Слава. Ангел-губитель прошел мимо, смерть побеждена через жертву Сына Божьего Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе за то, что Ты оставил нам этот прекрасный образ, этот прекрасный пример. И не просто пример, но это то, что мы можем делать, вкушая Тебя самого, вкушая этот хлеб, который необходим нашему телу. Необходим нам, Господь, Твой хлеб, Твое тело и Твоя кровь, которые дают нам жизнь, и при вкушении хлеба Твоего, тела Твоего и крови Твоей болезни отступают. Это есть победа над всякой немощью и болезнью в наших телах. Мы благодарны Тебе, что через применение этой трапезы мы приобщаемся к Тебе, Господь. Мы соединяемся с Тобой, чтобы быть едиными навеки с Тобой, соединяющиеся с Господом. И тот, кто отождествляет себя со Христом, тот становится подобным Тебе, Господь. И мы благодарим Тебя за эту великую привилегию. Благословляем, Господь, каждого человека, который сейчас участвует с нами Господь. В эфире. Боже, благослови их жизни, наполни их сердца, яви свою милость и Господь, славу в их жизни. Тебе. Я говорю благословение над ними, благословение над судьбами. Во имя Иисуса Христа. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Да пребудет с вами Господь, да явит свою славу, да откроется вам, да придет вам новый завет во Христе, если вы не имеете еще Нового Завета, да коснется Господь каждого из вас. Благословляю именем Иисуса Христа. Господь, яви свою милость, яви свою славу, коснись каждого человека. Благослови, Господь, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляем вас именем Иисуса Христа. Наш эфир подходит к концу. Сегодня с вами был Максим и Лариса. И мы Максимовы. Мы ценим и дорожим каждым из вас. И благодарим за партнерство, за участие. Благодарим вас за то, что вы поддерживаете нас, за ваше партнерство. Еще раз, если у вас есть желание, пройдите на gofundme.com/blago и можете поддержать нас, участвуйте. Или на сайт cnl.tv/partner и вы можете
поддержать нас через сайт, как угодно. Там есть разные методы. И после того, как вы поддержите нас, обязательно сообщите нам, обязательно сообщите, что вы сделали это, чтобы мы могли найти, чтобы ничего, ни одно пожертвование не пропало. Всегда сообщайте, что вы поддержали такой-то суммой. Пусть Бог благословит вас. Я очень рада, что мы являемся членами одной Божьей семьи, что мы братья и сестры, может быть, мы и не виделись, и только переписывались, и никогда не виделись. На небесах увидимся. Может быть, Максим, ты с кем-то виделся в какой-то поездке, но, дорогие, как здорово, что мы в одной Божьей семье. Это замечательно, что вы наши братья и сестры, а мы ваши братья и сестры. Аминь. Благодарим вас за участие, за партнерство, за то, что вы вместе. Держитесь за Господа. Всем пока, любим вас и благословляем. Будьте благословенны. Вам. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube-канал Максим CNL и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.